Здравствуйте, с вами Елена Баскова. Хочу сегодня поговорить на такую тему, как псориаз стоп. Что же такое псориаз стоп? Это инфекционное заболевание, при котором стопы ног поражаются гиперкератическими бляшками. И в результате на стопе появляются трещины, мозоли, мозолелости. Трещины могут быть эпидермальными и эпидермодермальными, такими разрывными, где вытекает сукровица, кровь, человеку больно ступать. И это доставляет не только физический, эстетический, а также доставляет психоэмоциональный дискомфорт. Человек стесняется своих ног, стесняется разбуться, спит постоянно в носках, боится где-то зацепиться, соответственно. Если это женщина, для нее это просто катастрофа. При псориазе клетки делятся в 6-10 раз быстрее, чем должны. И это приводит к хроническому воспалительному процессу кожных покровов. Это заболевание не заразно, но оно может передаваться также по наследству. Проявления псориаза многообразны. Псориаз может быть сухого и мокрого характера. Может проявляться на коленях, локтях, ногтевых пластинках, поражать складки кожи, а также поражать ладони и подошву стоп. Точные причины псориаза ученые до сих пор не выявили, но есть несколько таких теорий, которые сейчас существуют. Первая – аутоиммунная теория. Дело непосредственно в нарушении Т-лимфоцитов, и организм воспринимает свою кожу как агрессора. Дальше есть наследственная теория, где объясняется нарушением ДНК. Далее это эндокринная теория, это и нарушение в работе системы внутренней секреции, в частности гипофиза и щитовидной железы. И четвертое это обменная теория, когда нарушается липидный обмен, азотистый обмен, а также повышенное содержание токсинов в организме. Все эти теории имеют место на существование, а современное лечение направлено на уменьшение всех этих проявлений и сокращение рецидивов. Чем же может помочь, вы спросите, подолог? Чем может помочь непосредственно Елена Баскова в этой проблеме? Непосредственно подология – это наука о стопе. И подолог помогает справиться с различными проблемами. При псориазе может произойти деформация ногтевых пластин. При псориазе может произойти, как я уже говорила, шелушение, трещины, мозоли, мозолелости. Должна быть правильная обработка. Трещины должны быть мягкими, скругленные, потому что острые края трещины, они дальше продолжают разрываться. Подолог все это устраняет. Так как мы работаем на немецком оборудовании, немецкими препаратами, все высококачественное, у нас работают замечательные высококвалифицированные специалисты. Тем самым мы максимально можем помочь вам уменьшить все эти проявления, свести их практически к минимуму. Также мы используем такие препараты при процедуре и назначаем их в домашнее использование. Это фисурбальзам, шрунденбальзам, в переводе это трещина, то есть для лечения трещин. Также это прополисбальзам, очень интенсивный, все знают о волшебных свойствах прополиса. Также еще есть замечательный такой крем с 15% мочевиной. Также мы используем при псориазе. Но различные конфигурации, различные назначения, сколько раз и как это все делать, мы рассказываем на консультации. Консультации у нас бесплатные. Поэтому приходите, пожалуйста, я с удовольствием вас проконсультирую, помогу избавиться от этих проблем. Сейчас хочу вам показать непосредственно, буквально пару секундочек, я покажу вам женщину, которая у нас обслуживается. По ней у нас шикарные результаты. Когда она пришла к нам первый раз, поражение ногтевых пластин было вот такого характера, видите? Вот достаточно сильное поражение, ногтевая пластина сильно деформирована, валики поражены гиперкератозом, бляшками и трещинами. Как выглядела полностью все 5 пальцев, смотрите, да? На 5-м пальце, на мизинце очень сильный гиперкератоз. После обработки, после первой обработки, нижнее фото, вы можете видеть, как выглядела стопа, как выглядели ногти. После, вот замечательно видно сейчас вот, крупным планом,
Да, сейчас покажу ее пятки. Второй ее приход, вот. Да, вот уже смотрите. Тот нога, который скрюченный, где была установлена титановая нить, вот такое проявление, да, уже получилось у нас такая красота. Ну вот мы обрабатывали, вот видите, до обработки, после обработки. И сейчас я вам покажу пятки, когда она пришла буквально вчера. И вы сейчас убедитесь, какая красота. Когда человек делает все вовремя, делает ну, правильные манипуляции в домашних условиях, вот ее вторая пяточка, то результат не заставит себя ждать. Если мы берем ногтевую пластину, помните, да, скрученную ногтевую пластину с различными проявлениями. Видите, вот сейчас вот такие ногти. Вот, вот это было. Она пришла, и вот такая стопа стала, да, вот такие ногти стали. То есть мы стараемся максимально сделать так, чтобы человек радовался и мог летом, и не только летом, ходить в босоножках, чтобы стопы были открыты. И женщина радовалась, и не только женщина, у мужчин тоже это присутствует. Поэтому всегда рады вам помочь. С вами была Елена Баскова. Всем спасибо. До новых встреч.